Главный мотив переезда в другую страну – возможность повысить уровень жизни. Многие россияне хотят покинуть родину, потому что там, за границей, по их мнению, больше порядка и перспектив. Кому-то нравится определенная страна, а кто-то желает переехать к родным. Однако, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, потенциальные мигранты редко предпринимают конкретные действия для достижения своей цели. Наиболее активны молодые граждане. Они собирают информацию о стране, изучают язык, ищут работу за рубежом. Игнатий Дьяков закончил с красным дипломом Петербургский университет, а затем уехал в Лондон. Там получил второе образование и в 2009 году основал консалтинговую компанию. More and more people understand that what the media cover is not actually what happens in Russia. Теперь Игнатий помогает британскому бизнесу выходить на российский рынок, а нашим компаниям – на британский. Говорит, что может принести больше пользы родной стране, работая в туманном Альбионе. Мне проще находиться в Лондоне, где более гибкие условия, где больше вероятности встречи с потенциальными клиентами. Но всегда есть за и против. Никогда нельзя сказать, что жизнь намного проще в Великобритании. С бытовой точки зрения – да. С точки зрения того, что можно развиваться в разных направлениях – безусловно, да. Путешествовать легче там. Но все больше и больше Россия подбирается к тому же уровню стандарта. В Лондоне, по некоторым оценкам, проживает от 200 до 400 тысяч русскоговорящих. Однако до сих пор нет русских детских садов и школ. Есть субботние школы, но нескольких часов в неделю недостаточно. Дети забывают родной язык очень быстро, порой в течение одного года. Впрочем, некоторых это не пугает. Футболист Андрей Аршавин признался в Твиттере, что за время, проведенное в английском клубе «Арсенал», его дети полностью освоились в Британии. И теперь говорят по-английски лучше, чем по-русски. Еще один способ перебраться за бугор – вступить в брак с иностранцем. Правда, на этот вариант рассчитывает, по данным ВЦИОМ, всего 1% опрошенных. Ольга Буланова живет в Финляндии уже 7 лет. До замужества о переезде в страну Суоми она даже не задумывалась. Все получилось само собой. Но сейчас Ольга вполне довольна спокойной, обустроенной жизнью. Поскольку я сейчас замужем, и у нас маленький ребенок, то Финляндия для семейной жизни, особенно с детьми, с маленькими детьми, просто идеальная страна. Вместе с супругом Олесио Ольга воспитывает сына Лео. «Скучать не приходится», — говорит она. «Петербург рядом, так что всегда можно приехать на выходные к родным и друзьям». Олесе Крыловой не хочется покидать насиженное место. Да и страшновато переезжать в другую страну. Но намного больше ее пугает то, что происходит в России. Вместе с мужем и ребенком она уже присматривает домик на итальянском побережье. Ну, во-первых, уровень жизни совершенно другой. И я, честно говоря, устала. Я не могу попасть ни на бесплатное обслуживание по своему полюсу в больницу. И с ребенком со школы проблемы, и с детским садом были проблемы. Плюс к этому еще, конечно, климат и очень качественные продукты. Кстати, на этой неделе более 2 тонн продуктов в сети магазинов «Дикси» были признаны специалистами Управления ветеринарии Петербурга опасными и направлены на уничтожение. Ну а некоторых материальные аспекты совершенно не волнуют. Они уезжают из города Пушкина и Достоевского в Индию или в Непал искать просветление. Правда, потом, умудренные опытом, порой возвращаются, убедившись – хорошо там, где нас нет. Я люблю свою родину, вроде так. Да и не был я, в общем-то, никогда ни в Гренландии, ни в Америке. Что ж теперь мне убиться в истерике? Юлия Шадурская, Михаил Холкин, Григорий Павлов, «Петербургская неделя».